осталось ли вообще. Позерка. Постоянно позирует. Никогда не может быть естественно. Нифига себе, таким бы лицом метку хлебнуть. Как все только что зевнуло. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что на всех рейсах авиакомпании «Белавиа» строго запрещено курение, распитие любых алкогольных напитков. Там вот пляж и отели стоят. Вода прозрачная, просто с ума сойдешь. Сейчас мы, короче, спустимся. С горы надо спускаться. Что-то в огороде спер какой-то фрукт. А курку не есть. Что там? Ну что, это инжир, да? Да. Это не очень прям. Это вкусно его. Потом покажем, возьмем. Там эти пушки и так далее. Ну, мать. Боже, я так представлю, что нам тут стоит за... О, Кась. Не, это там все. Ага. Прям в первый день хочется все снять нафиг полностью. Хотели квадроцикл взять, но у Сереги есть мотороллер. Ждем автобуса. Ты много для старших. Молодой так не знаю. Снежанка моя разговаривает с непонятным этим... врагом, короче. Я не понимаю, она умеет у меня на многих языках разговаривать. Интересно, он сам хоть понял, что сказал. Какой-то блаф, он нравится. Серегу не дождались, короче, поперли на автобусе в город какой-то там, не знаю. Потом на пляж. Потом на пляж. Оливки растут везде. Ну это село ко мне такое. Площадь белая настолько.
настолько, что невозможно глаза открыть. Реально. Аж слепит. То есть вроде как все в тучах. Вон горы, яхты какие-то там стоят. Там вон море. Сейчас подойдем. Сейчас прошвырнемся по магазинам здесь, в центре. И пойдем к морю. Снимаем море. Ну, вот это лежит на... Она настолько белая, что невозможно смотреть. Надо обязательно очки покупать. Глаза аж слепит очень сильно. Невозможно открыть. Наверное, выгляжу как идиот, да? Ага. О, приехали. Блин, зашли в магазин с пирожными. Не удержался. Блин, такое пирожное вкусное, что просто с ума сойдешь. Но это не те пирожные. Там было какое-то творожное. Да. Все очень красиво. Супер. Фу. Ну я чуть поднялся нафиг. Вот какие деревья прикольные есть. Пальмы. Зачем я гору сниму и приду? Фух. Блин, ну я свинья, конечно, жуткая. Надо худеть однозначно. Что я раскабанил вообще. Раньше, блин, помню, 5-7 километров. Легко. Сейчас, фух. Фух. Какая красотища, а? Вообще супер. Просто с ума сойдешь. Это песчаные какие-то такие. Песчаная гора с песка прессованного. Ой. Короче, по всему острову такие недостроенные дома. Их просто сотни, реально. Блин, в Беларуси сейчас холодно. Жесть, а здесь... Фу, жара классная. Только солнышко спряталось. Так, обалденно. Круто! Я это на видео выкладываю в YouTube, да, скажи нормально. Там всегда цыган, блядь. Пока я спал, Серега на первом этаже работает. Пойду сниму, что он там делает. Петухи и ревут, прям как дома. Ну сегодня смотри, ни одного облачка нету, да? Угу. Сегодня плюс 30 должно быть. Мне кажется, что сейчас 42. Да? Угу. Жарко тебе? Ты подпухшая слегка.
А не, вон две маленьких облачки есть. Пойду умоюсь, и мы с Серегой поедем машину брать у его друга. Ну, у Сереги же завалена сзади машина. Угу. Поедем, возьмем машину, сейчас приедем. Понятно? Угу. Что ты такое вкусненькое пьешь? Чай с пенкой. Чай с пенкой? Кофе с пенкой. Все, давай. Блин, красота такая, что ну реально словами не передать. Это надо вот все видеть. Ой, как подумаю, что в Беларуси сейчас дубр. Ну не знаю. Жить, наверное, я бы здесь не смог. Что-то так подумал, представил здесь, что стал здесь жить. Не, не смог бы. Короче, шел со спальни с дома. Думал, что снимаю видео. На самом деле у меня стояло на фото. Я фотку одну сделал, и как лох шел. Гранаты вот растут. Короче, пока мы все спим, Серега сегодня и завтра взял выходной. Хотя у него на острове на самом деле работы столько, что... Ну, блин, вам реально не передать. У нас столько работы нету, и с кем я из ребят общался, нету. Можно сказать, он единственный востребованный электрик на всем острове. То есть здесь не то, чтобы он где-то ездит, там объявления какие-то раскидывает, а здесь люди звонят и говорят: Сергей, пожалуйста, приедьте. Прайсов нет никаких, он приезжает, смотрит на глаз, говорит цену и делает. Ну и сегодня, пока мы дрыхнем до 10 часов, ну, я пораньше встал, чтобы снять, как он работает. Пока мы дрыхнем, короче, он здесь на первом этаже в доме ставит два дополнительных счетчика. Лимончики растут. Проснулся? Да. Блин, короче, я заново снимаю, потому что, ну, с фоткой ходил, Серега здесь разговаривал. Муравьев такая вот куча здесь была в счетчике, мы потравили только что их. Вот этой штукой какой-то ядовитой. Вот эту штуку снимал я, очень долго разговаривал в камеру, которая не снимает. Милка даже здесь есть. Какой ты говорил, это графитовый, да, молоток? Да, он в принципе известный, я как-то даже очень странно, почему ты его не знаешь. Ну, я же тебе говорил, что я молотком пользуюсь раз в год. У меня есть кирки такие и кувалда. А молотков нету. Серега работать не дает вообще. Есть лопата дома, я дико поему. Вот так вот. Вот дико поему. Подсобник големы. Это все потому, что он мои видео посмотрел и говорит: да ты подсобник. Ну, здесь, короче, ничего не интересного. Увидимся, короче, на... Где там? На пиратской бухте этой, да? Едем с Серегой за новым суперкаром. Алюминиевым. Алюминиевым, да. Серега камеру Sony FDR 1000VR одобрил. Все посмотрел, все характеристики. Сказал, камера достойная. Я доволен, короче. Издевайся. Сделали электрику. Не хочешь, чтобы я помогал, боится, походу. Нормально чувак валит тогда. Это, короче, Сергей делал в одном доме очень хорошим людям, выполнял какие-то работы, а у них сын имеет свою группу. И это вот сын валит. Я обязательно вставлю вот в этот ролик его треки.
классно поет вообще. Мы поменяли машину, но забыли. Серега забыл, короче, там что-то, сумку какую-то. Но нам по ту сторону. Едем обратно. Не знаю, где камера выключилась, начинаю снимать все обратно. Красивое фото. Один вопрос, как на такой дороге разъехать за двум машинам. Мандарины растут. Это апельсины. Вот этот весь забор сделан не из песчаника, как у нас делают, а это булыжник, цельные камни. Вот здесь даже видно. Видите? Здесь два кусочка вставлено. Здесь пальмы красивые очень. Здесь тоже где-то флешка закончилась. Хотела снять апельсины. Вон тоже пальмы растут. Блин, круто, красиво, очень красиво. Красивый дом, да? Вон пальмы, смотри. Красивый дом? Большой дядя Минус. Ну все, мы едем. Куда мы, Серега, едем? Сейчас едем за одной девушкой. Два сейчас к ней, потом за тебе. Сейчас едем, короче, за девушкой заодно, а потом едем. А ты там что хочешь дома взять? В какие-то райские места Серега, короче, повезет. Блин, так прикольно, бананы на улицах растут. Непривычно. Сначала за день приходу ехать. Там без разницы, в принципе. Там говно и там насрано. Привет. Давай за мной сначала. Вот еще, кстати, один большой плюс камеры. В GoPro нельзя подключить камеру к зарядке и снимать. Это не плюс, это минус GoPro. Ну, минус GoPro, да. Вот, я подключил powerbank этот, ну, зарядку к камере. Вот, провод идет. И веду сразу же съемку. Как ты сказал? Погода хорошая, говорю. Серега говорит, пальмы здесь были на каждом шагу, но во время Олимпийских игр привезли какое-то насекомое, типа моль какую-то, и она пожрала, ну, уничтожила большую часть пальм. Там очередь, говорит Серега, для лохов. Мы пойдем дальше. Можно обойти вон там. Это очередь для того, чтобы пофоткаться и посмотреть с балкона. Калинита! Серега, он в татухах весь.
До армии начал, пошел в армию, было, господи, спасти зад. А потом у нас слезы мастер. И там уже все, ну что там, спасти за Франца. Был один такой хороший, я сделал обувь. Я просто знаю уже все. Здесь мой прапрапрапрапрадед был, святой Дионисий. Поэтому у меня в памяти осталось все. Отпечаток. Да, по камню, я вижу. По камню идем. Это вот с этого камня вырезают заборы, да? Офигеть! Вот там солнце печет так, что просто жжут, реально. Просто кожу палит. Как ты не смотрите, красота какая. Зая! Ни хрена себе, матом нельзя ругнуться. Мамочки. Это вообще офигеть. Корабль, он пиратский. Пойдем там, где Серега, там Серега бухту снимает. Там лучше. Да. Вот здесь есть офигенный зуб. Ну не знаю, вот здесь офигенный. Короче, словами это не передать, да, реально. Да. Вот не передать словами. Я не впечатлительный вообще парень, но реально. Но других слов я не могу найти.